Многие люди говорят, там, совершенству нет предела. И я, наверное, услышал слишком рано эти слова. Играя тогда, хотелось что-то добиться. Сейчас хочется что-то постичь. Каждый человек неповторим. Все разные. Думают по-разному. Любят по-разному. Просто мало кто играет на скрипке. Может быть, у него меньше возможности почувствовать себя как-то по-другому. Мне повезло. Если этот человек хочет сесть ко мне в лодку, да, он сядет. Как я плыву? Быстро, медленно, плохо или хорошо? Да я не думаю, что кто-то... То есть тот, кто обращает на это внимание, наверное, ну пусть обращает. Если меня слушает музыкант, то ему бы я тоже посоветовал сесть в мою лодку, ну, или плыть рядом. Можно выучить программу и на акциях выиграть много денег, да? Можно. Почему я этого не делаю? Есть вера, вот, вера в то, что это я могу лучше. И здесь от меня зависит все. Лучше этого придумать невозможно. Поэтому я буду счастливым. Я, наверное, есть.